В общем, для путешественников и DC-шников, допустим, у вас есть какая-то карта, там пропуск для прохода, вот такой вот чудо-карт-холдер, либо вот такой вот более-менее серьезный уже с карточками и денежками. Кошелек. Задача какая? Вот, допустим, если такой маленький карт-холдер, можно как-то взять, уложить два ножа, без разницы каких-то, допустим, такой ножичек и такой болт, допустим, без бит, там просто вот в таком виде в аэропорт там пройти, либо же где-то через рамки проходя выложить перед рамкой, ну и как-то проскочить вплоть до того, что можно даже вот такой вот ножичек всунуть. То, как говорится, в аэропорту это уже большая проблема будет по поводу такой фигни-то. Ну, можно биту скинуть, а так, в принципе, тут ничего опасного. Ножичек уже такого плана, либо партнер, либо же, если это букер плюс обычный, уже как-то страшновато брать с собой, мало ли, вдруг придерутся, то здесь очень просто, взяли, скинули лезвие и дальше уже с заготовкой можно лететь куда угодно, а там просто поискать лезвие либо же на сайте где-то, либо в Леруа, либо еще в каких-нибудь строительных магазинах к японскому ножу японские лезвия. Вот, ну и соответственно положить его можно в кошелечек, закинув, не привлекая особого внимания. Ну как бы да, есть кошелек. И все. Здесь можно болтец сунуть с битой титановый. Ну а такое вот уже что-то тонкое уже как бы проблематично. Атлас даже очень будет жалко. Это даже, в принципе, такой вот Victorinox, который идеально подходит для работы на кухне. И там, если едешь на море или еще куда-нибудь, там сумку кинуть можно, то в аэропорту к нему уже могут придраться из-за его длины. Но опять же стоимость. Жалко будет его как-то лишиться. Поэтому для таких поездок лучше всего прикупить себе вот такой, либо там есть еще поменьше. Колбасу порезать его хватит. Заточить его можно, благо толщина его позволяет. Режет вообще супер классно. Это он уже 5-6 раз точился и правился на коже. В общем, вот такие вот размышлялки, как проехать. Потому что сюда, допустим, тоже не засунешь. Ну, засунуть-то, конечно, можно, но опять же это все снимать, потому что оно будет свистеть. А так перед рамкой взял, выложил и прошел. Такие вещи.